Друзья, добрый день, с вами Boston Technic, меня зовут Алексей. Сегодня у нас в обзоре культиватор Lemkin Smaragd 9600. 2004 года выпуска данный экземпляр. Привет из прошлого. Что можно по нему сказать? 90% комплектность, гидроцилиндры оба присутствуют на месте, прикатное на месте с обеих сторон, резина еще послужит. Это у нас правая сторона, слева стоит достаточно давно, больше 3 лет не используется. По подварам вот здесь и собственно все, больше нигде никаких подваров ни на раме, ни на прикатном я не обнаружил. Возможно, что-то спряталось за ржавчиной, но в целом все пристойно. Задние диски комплектны. Вот. Почему сказал 90% комплектность? Вот здесь у нас отсутствует лапка. И вот здесь. Остальные на месте. Но это легко поправимо. Вот такой, друзья, отличный культиватор Lemkin Smaragd 9 2004 года выпуска. Вашему вниманию. Приезжайте, покажем. Все расскажем, увидите своими глазами. Спасибо за внимание, друзья, обращайтесь.